Tornado Energy. Do damage. Приветствую всех подписчиков и новых зрителей. Вы на канале Не Орью. Наверняка вы заметили такую тенденцию, когда многие просят своего любимого стримера или блогера обучить их играть и рассказать все секреты того самого великого ногиба. Как же он так легко и просто всех убивает и нагибает? Вот сидишь ты такой на стриме, расслабленный в креселке, попиваешь чай, никого не трогаешь, а тут резко на экране один выстрел рикошетом взрывает боеукладку сразу троим. Снова подкрутили, думаешь ты? Да нет же, это просто стример всесилен Аки Чак Норрис. Ладно, хватит шуток и лирики. Хочу быстро рассказать вам о событии, которое будет проходить на моем канале в течение следующих 2 месяцев. А если быть точным, 8 недель. В период с 13 октября по 1 декабря. Это дата подведения итогов. Каждую субботу в 18:00 по московскому времени я буду проводить серию обучающих стримов с игроками World of Tanks, которые вот здесь, внимание, являются подписчиками моего канала. Всего будет выбрано 2 игрока. Первый игрок со статистикой меньше либо равной 50% побед, а другой большей или равной 50% побед. Таким образом, мы захватим 2 разных сегмента части игроков, которые играют похуже на красную или желтую статистику, и получше на зеленую и бирюзовую статистику. Но не спешите расстраиваться, потому что весь сок в самой уникальности стрима. Такого вы еще нигде не видели. Каждого из игроков я буду обучать не во взводе, как это кажется на первый взгляд, а наблюдать за его игрой и подсказывать через Discord, как это было, когда я управлял Джовом на его аккаунте, или Ликвидатором, или Страйком. То есть игрок демонстрирует мне свой экран через программу Discord, и в прямом эфире я помогаю ему играть, параллельно транслирую все это вам в качестве стрима. Круто же, не правда ли? А значит, каждый, кто имеет статистику ниже 50% побед или выше 50% побед, сможет извлечь из стрима для себя нечто уникальное и полезное, что поможет ему в самой игре. Среди 2 участников проекта победит тот, чьи показатели статистики за период в 2 месяца будут лучше относительно статистики с момента старта стримов под названием «Танкиста. Статку на прокачку» и будут рассчитываться по формуле, которую вы сможете найти в описании под видео. Кстати говоря, вывел я ее сам. Полезность университета. Теперь более подробно о том, как принять участие в данном проекте и о том, какие призы участники и зрители смогут получить. Для того, чтобы принять участие, нужно написать комментарий к этому видео с момента даты выхода видео и до полуночи в ночь с 11 на 12 октября. Комментарий оставить в таком формате. Шаблон вы найдете в описании под видео. Имя и сколько лет. Какой процент побед на аккаунте и игровой ник. Почему хотите участвовать в проекте? Наличие микрофона? Да или нет? Если да, то какой фирмы и модели микрофон или гарнитура? Скорость интернета и характеристики компьютера. Достаточно указать видеокарту, процессор и сколько оперативной памяти. А также очень важно открыть доступ к просмотру подписок на YouTube. Инструкцию вы найдете также в шаблоне. Важно поставить лайк видео и быть подписчиком канала Не Орью. Теперь о призах. Генеральные партнеры серии стримов «Статка на прокачку». HyperX – всемирно известный производитель высококачественной геймерской продукции от компании Kingston, которая включает в себя высокоскоростные и надежные модули памяти, профессиональные геймерские гарнитуры, клавиатуры, мышки, коврики для мышек и флешки. От компании HyperX оба участника проекта получат по целому набору профессиональной геймерской продукции, в который входит механическая клавиатура с подсветкой Alloy Elite, мышка Pulsefire Surge, большой коврик Fury и гарнитура Cloud Stinger. Также каждый стрим среди зрителей будет разыгрываться одна из вещей из данного набора. Это может быть клавиатура, мышка, коврик для мышки или гарнитура. Каждый стрим. Wargaming.net. В
представлении создатель игры World of Tanks, которую мы с вами играем, я так думаю, точно не нуждается. Победитель, занявший первое место от компании, получает любой премиум-танк на выбор из премиум-магазина, а также 10 тысяч единиц игрового золота. А за второе место участник получает любой премиум-танк 7 уровня, а также 5 тысяч единиц игрового золота. Также хочется вам рассказать об еще одной штучке. В течение каждого стрима будет разыгрываться по 5000 единиц игрового золота. 5 по 1000. Таким образом, 5 участников смогут получить по 1000 единиц игрового золота на халявку. Торнадо Энерджи. Торговая марка безалкогольных энергетических напитков, которая заряжает своей энергией всех игроков и любителей популярной культуры видеоигр. От компании участники получат уникальную продукцию Торнадо Энерджи, а также месячные и двухнедельные запасы энергетического напитка за первое и второе место соответственно. А возможно, еще кое-что перепадет и на стримчиках. Например, можно будет разыграть... вы понимаете, что. Все ссылки на партнеров вы найдете в описании под видео. Дерзайте, народ, надеюсь, вам зайдет эта тема, и мы с вами кайфанем в ближайшее время от души. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. И удачи тебе, бро, do damage.